Москва и Минск договорились о постепенной отмене нефтяных пошлин, которые платит Беларусь в российский бюджет. Об этом заявил Александр Лукашенко. Его цитирует агентство «Итартасс». По словам президента Беларуси, в будущем году примерно половина суммы пошлин останется в белорусском бюджете. Это около 1,5 миллиарда долларов. Вернуться к этому вопросу стороны в 2016-м. Лукашенко выразил уверенность, что в течение 2 лет вопрос по пошлинам решится. Как известно, ранее президент Беларуси заявлял, что их страна не будет входить в Евразэс на неравных условиях. Подписание договора о создании ЕС между Казахстаном, Россией и Беларусью запланировано на 29 мая.